Всем привет! Меня зовут Ирина Поваляева. Сегодня мы с вами будем рисовать вот такой яркий осенний пейзаж. Мой довольно стандартный набор кисточек, куда входит флиц, круглые кисточки большого диаметра. Почему мне нравится такое сочетание? Потому что ультрамарин частично будет выпадать в осадок, и это красиво для того, чтобы изобразить фактуру гор. Вот можно, если хочется, то чуть-чуть совсем нанести, как будто бы видно небо там, не касаясь поверхности шляпок. С помощью флейца это сделать довольно легко. Смачиваю пространство на бумаге вокруг. С зеленью дадут тоже такие оттенки слегка синеватые. Смотрите, где вы видите там розовый, туда и наносите этот вот холодный цвет. Нам еще с вами нужно будет нарисовать тень, которую они отбрасывают. Важно, что краска, которую я сейчас использую, она гуще, чем первичная моя заливка деревьев. Ну что, друзья, вот моя итоговая работа. Мне очень понравилось работать над этим сюжетом. Да, мы здесь с вами использовали различные акварельные приемы, работали с маской, работали по сырому и даже делали немного лессировку. Надеюсь, вам было интересно и до встречи на других уроках.